вас ненавижу. Да за то, что вы мне житья не даете, вы курите все время, без конца, день и ночь. Открываю урну, там мусор, где воняет куревом. Утром встаю, развешиваю занавеску, тут же чуть не падаю, воняет куревом. Неужели нельзя просто выйти и покурить, в конце концов, с другой стороны на балконе, где у меня не спали, или на улицу выйти, как нормальные люди, выходят на улицу, курят. Нет, вам нужно курить именно в моей спальне. Ведь говорила же, ведь просила же, ведь у вас же маленький ребенок, сами мне. Вы там очень громко стучите, ути-пути, мы громко стучим, а вы курите. Я не могу, мне дышать нечем, это как это можно-то вообще? Сколько можно мучить людей? Почему мне обидно? Потому что ты собрался уезжать, а меня с собой не пригласил. А друзей пригласил. Неужели так трудно меня было пригласить? Почему с ними? То есть они тебе дороже? Вот именно за это я на тебя обижаюсь. Почему мне обидно? Потому что ты меня не слышишь. Ты со мной совсем не разговариваешь. Как это я не умею разговаривать? Научи меня. Я хочу поговорить с тобой. А ты со мной совсем не разговариваешь. Ни разу. Ни разу. Сколько раз пыталась. Ты же не слушаешь меня и не слышишь. И все время говоришь молчи. И все время я тебе мешаю. Почему я тебе мешаю, мама? Чем я тебе мешаю? 5 минут, удели мне. И ты услышишь. Что я хочу сказать?